Всем привет, дорогие друзья! Праздничные дни продолжаются. Хочу показать вам такой вот подарок. У мужа на работе все время собирают классные детские подарки. И в этом году такая замечательная, большая, классная коробка. Конечно же, ребенок был счастлив ее открыть. И сейчас мы с вами посмотрим, что в этом году подарили детям. Конечно, здесь есть и сладости, и игрушки. Набор для творчества. Так, пряничный поезд. Состав набора. Имбирно-медовые пряники 6 штук. Сахарная пудра, цветная карамель. Кондитерский мешочек. То есть из пряничков нужно будет собрать такой паровозик. Вот эти вот карамельки-конфетки в качестве колесиков выступают. Ну, интересно. Интересно, забавно. Вот так это все выглядит. Это вот мешок кондитерский. Сахарная пудра. Карамелька. Ну, вот сам пряничек аромат. Класс вообще. Можно будет позаниматься на досуге. Ну, как всегда. Символ года – тигр. У Вани каждый год новые игрушки мягкие, соответствующие символу года. Классная игрушка. Такой вот супер тигренок. Дальше смотрим. Игра. Магнит дартборд. Это такой я вижу впервые. Сейчас откроем, посмотрим, что это такое, как оно работает. Так, дружбаны здесь. Обязательно надо ставить свое веское слово. Марсель, Барсик, вы что, не разлей вода? Чем мне понравилась эта игра? Тем, что все магнитное. Нет острых наконечников, которые являются опасными для детей. И вообще очень удобный, классный, современный дартс. Прям супер вообще. Шикарная детская игрушка. И ребенок, и муж с удовольствием поиграли. Вот так вот можно повесить куда-то. И пострелять. Опа! Меткий глаз, косые руки. Упала. Ну, мужиков очень хорошо получалось играть. Супер. Эй, схватил! Ну и мешочек с конфетками. Конфеты всегда вкусные, всегда от компании Аконт, Красный Октябрь. То есть все самые лучшие. Вот. И этот тоже. И тебе тоже надо. И ты конфетку хочешь. Тебе нельзя. Марсель, ну лишь бы чего утащить. Шоколадка. Марсель, фу. Конфеты вдохновения. Красный Октябрь, Красная Шапочка. Трюфели тоже были. Я съела. Птичье молоко. Ротфронт. Oh,
Марсель. Ну фу. Никак. Да, ты главный, конечно, самый важный. Вот, везде лезет. Все надо ему, а как? Как без меня? Как без меня? Усяка. Вот он у нас, красавчик, после груминга, стриженный. Скоро опять повезем на стрижку. Да? Морда. Ну что ж, друзья мои, варю зеленую гречку. 3 дня излишеств закончились. Пора садиться на правильное питание снова. Приходить в форму, в норму. И вести обычный образ жизни. Итак, варится зеленая гречка. Ну и буду делать салат. Из того, что осталось. Осталась капуста пекинская, болгарский перец, немного зелени, огурец. Вот как-то так. Погнали. Вышли погулять немножечко мы. На улице сейчас хорошо, морозно, но ветра нет. Солнце яркое-яркое. Я мусор выносила. Солнце слепит глаза, аж смотреть невозможно. Если у кого так же много снега, пишите в комментариях. Вань говорит, если у вас тоже много снега, пишите в комментариях. У меня микрофон в руках, поэтому не слышно, что он говорит. Надо камеру новую покупать, потому что я испортил что-то тут, как мне мужики мои сказали. Какие тут звуковые порты. Кыся, Мурыся, Персик, Персюня. Не знаю, ничего не слышу. Хорошо. Лисик лает. Есть у нас подозрение, что, наверное, ее кто-то огулял. Ой, не успели мы сделать операцию. Ну, нам как вот сказали? Ветеринары сказали, что у нее должна одна течка случиться. И после первой течки тогда уже ее стерилизовать. Ну, что-то кажется нам, что ей рожать придется. Потом уже стерилизовать будем. Спина широкая у нее такая. Она мордатая стала у нас прям. Кобылка. Завтра, наверное, в город поедем. Там у Саши дела. Илюху с собой заодно заберем домой. Он сессию сдает. Зачеты сдавал. Вот. Скоро экзамен. Персик. Ты что такая скромняга, а? Персюня. Скромная кошка. Хорошо, очень хорошо. Зима такая хорошая пока еще. Не знаю дальше, что будет. Но сейчас пока такая прям зимняя зима хорошая. И снежная, и морозная. Вот снег надо чистить.
Шлепнулся, нормально. Целых два дня лежим и едим. Едим и лежим. Но мы этого ждали. У нас потому что достаточно тяжелые были времена. В каком плане много работали. И работа непосредственная, основная. И дома дела. И птица. Новогодние все вот эти вот приготовления, зарубки. И так далее. Вообще выходных не было. А сейчас вот зато... отлеживаемся. Правда, Саша сегодня на работу вышел, а я 7-го на работу. Ну, дежурство никто не отменял. Ванюш, полежал, хватит, вставай, сынок. Не лето. Да это с машины упало. Лед. Лед. Нормально. Хорошо. Дорогие друзья, пишите в комментариях, чем вы намерены заниматься в новогодние каникулы. Ну, мы по ходу движения, по ходу жизни будем планировать что-то. Вот завтра, может быть, где-то погуляем, побродим, походим.